строительство храма Архангела Михаила в Первомайске. Сегодня президент Вадим Красносельский проверил, как идут работы. Накрывки, когда кровельщики начнут заниматься, нам надо подготовить там под кровлю, под эти парапеты основу. Рядом будет детская площадка. Уже заложили фундамент. На храм в Первомайске крест поднимут 14 августа. Освятить планируют в Михайлов день, 21 ноября.